Как вы построите работу в дальнейшем? В течение месяца, какой период хотите встречаться со мной, я всегда готов. Где вы это скажете, в любом месте, потому что секретов у меня нет перед вами и перед нашим народом. Наша работа прозрачная. Не все можем сказать, но в основном, что интересует вас, наш народ, мы всегда это в состоянии озвучить. Хочу вас заверить, что личный состав МВД Республики Абхазия контролирует, владеет криминогенной ситуацией в Абхазии, во всех уголках нашей республики. В сутки с 9 часов по всей Абхазии заступает более 45 патрульных машин. Помимо этого, от ПСОУ до ИНГУР круглосуточно действуют 10 стационарных постов, 2 контрольно-пропускных пункта в милиции. Это Мюсера и Кадор. Более 60 человек, вот, из них более 50 просто ушли из органов внутренних дел. Это вынужденная мера. Более 130 человек вновь принятые. Многие из опытных сотрудников, которые находились в распоряжении кадров, они потихонечку, мы их возвращаем. Мы нуждаемся в их знании. С 31 по 11 выходные дни были официальные, да? Ни одно происшествие не было. Все как один встали и встретили Новый год, и после новогодние праздники, у нас праздников не было, но мы обеспечили все, и правопорядок на дорогах, в городах и районах, без таких, я, кстати, я же говорю, ни одного правонарушения не было. Это, я считаю, здорово. Милиция – не карательный орган. Я десятки преступлений вот могу назвать сегодня, да, где мы не можем, они известны нам, не можем их зарегистрировать. Обращаемся к потерпевшим. Они наотрез отказываются. А мы точно знаем, и кто сделал, и что было похищено. Человек должен знать, если он обратился, что на его просьбу, на его заявление отреагируют. По 2-3-4 часа мы спим. Мы просто не имеем права чуть по-другому. Когда вот этот год такой напряженный будет, толстокожим надо быть, чтобы вот так спокойно пойти на свадьбу и так далее. Мне, я имею в виду. Я просто пока это не могу. Ну и я вижу, я благодарен людям, это, я вижу руководителей, как они к этому относятся, ко всему. То есть здесь полное взаимопонимание. В ближайшее время, я надеюсь, что и Российская Федерация нас поддержит в заработной плате. 7-8 тысяч получать и круглые сутки работать, не имея ни одного, ни второго, третьего, знаете, это тоже. Но они пока это все выполняют, выдерживают, понимают. Я просто, знаете, само, ничего не могу сказать, обнимая их просто от души искренне. Ну, а как вы думаете, если уголовное дело было заведено на меня, я министром внутренних дел мог работать? Это уголовное дело было заведено, чтобы я это самое преклонился перед кем-то. Хотите фамилию назвать? Да. Да, ну а кто это делал? Это он КВАП делал. Хотел иметь карманного министра. С нашей стороны по информационному координационному центру вопрос, все готово. В этом месяце подписание будет. Там из 20 человек, количество вы знаете, 15 человек – это наши сотрудники, которые будут откомандированы. 5 человек из Российской Федерации, с различных уголков, это их вопрос. Руководителя мы будем назначать, естественно, первые ближайшие 4-6 лет будет Абхаз. Без причинная остановка с российскими государственно-номерными знаками. Это категорически. Потому что человек приехал отдыхать. Его уже у въезда проверили. Есть для этого контрольно-пропускной пункт милиции Мюсера и Кадор. На востоке и на западе. Все достаточно. Если он что-то нарушил, да, 10-12 постов. Но эти посты, эти сотрудники, работая на своем маршруте, они должны обеспечивать беспрепятственный проезд. Есть решение по-другому, а не демонстрациями. Демонстрацию, пожалуйста, но узаконь, я обеспечу правопорядок. Я во многие инциденты подъезжаю сам и сам меры принимаю. Нарушать закон никому не дано. Но мы со своим собственным народом никогда не воевали и не будем. Такое вообще, это должно быть из лексикона убрано. А правопорядок обеспечивать
Это моя обязанность, наша обязанность. Мы это сполна обеспечим. Наш народ очень мудрый. И наш народ вообще очень законопослушный. Так называемые воры в законе, да, преступные авторитеты, к сожалению, то, что имеем сегодня, я эту ситуацию не создавал, и вы тоже не создавали. Наше общество такое не заслуживает. У нас понятия должны быть нормальные в школах, в институтах, в университетах, во дворах. Мы уже готовимся к летнему курортному сезону. Новшества, вот, специальные госномерные знаки. Коренным образом изменена схема работы милиции общественной безопасности. С 10 февраля, я уже приказ вчера подписал, книга учета, вот, она будет по-другому называться, книга учета преступлений. Это единый регистрационный журнал, единая регистрационная система будет уже введена. До мая планируется от Киласур до ПСО технически видеонаблюдение установить. Более 40 видеокамер только в общественных местах в городе Сухум планируется. На набережной машина не должна выезжать. Парковая зона и так далее, и так далее, и так далее. Какая набережная у нас прекрасна, слушайте. Тюрьму мы будем новую строить. Потому что вот те условия, которые там есть, просто не хочется говорить. Это ненормально. Конечно, такая тюрьма обойдется большую сумму. И мы сами это не вытянем. Я вот встречался по поручению президента с российскими коллегами. Они нас услышали. И в ближайшее время, подписывая договора, соглашения, мы этот вопрос уже... будем обговаривать. Это большая сумма. Там до миллиарда. Подразделение будет отдельно, которое от БЗИПи до ПСО, до РИЦИ наверху, вот здесь 45 километров, чтобы они контролировали и на трассе, и на других местах.